начал вообще заниматься этой тематикой поиска работы в 2008 году. Мы сделали свой первый сайт, мы вообще, естественно, сразу сделали по всему миру, потому что, что тут в России делать. Мы были еще молодыми, поэтому сказали, все, мы делаем второй сайт на весь мир. Мы его сделали, даже чуть-чуть раскрутили, но в итоге он, естественно, сдох, потому что не может там команда из пары человек сделать сайт, который работает по всему миру, еще и успешно. Мы потом еще много лет пытались запустить кучу всяких проектов, но у нас ничего не получалось. Придумывали кучу идей, тестировали, там кэшбэк-сервис запускали, там мы тысячи онлайн-кредитов, и что только не делали, но у нас, в принципе, ничего не получалось. И вот мы уже практически отчаялись, там уже носили там чуть ли не Питер. И плакать, что же, почему так жизнь не было бесплатно. И уже последнее, мы все сказали, все, вот мы запускаем вот этот сайт, город, вот, ну так просто. Просто последний раз, чтобы расписаться, что мы не лузеры, что у нас ничего не получится. Хотя мы много что пробовали. Как бы, в принципе, у нас команда уже вся разбежалась к этому моменту. У нас остался там один программист, я, два человека. И все, мы его сделали. И все, и даже практически там первое время не смотрели, как он там поживает. Мы сделали, выложили, и все. А потом неожиданно он начал расти. Поэтому там, уже через пару месяцев, когда стало понятно, что у нас что-то получилось, там, один из наших программистов услышал это, вернулся. И буквально там, то есть мы запустили сайт в феврале 2014-го, уже к концу года у нас была посещаемость 15 тысяч в сутки, а еще через год там она практически до 200 тысяч посетителей в сутки доросла. Ну а 200 тысяч – это практически наш город. Ну и когда мы запускали город работы, мы научили такую ошибку. До этого мы когда делали сайт, у нас на сайте не было ни вакансий, ну то есть ни работодателей, и ни соискателей. А чтобы к тебе на сайт пришел человек, который ищет работу, там должны быть вакансии. А чтобы работодатель у тебя разместил вакансию, там должны быть как раз люди, которые ищут работу. И вот этот как бы порочный круг очень сложно как-то разомкнуть. Поэтому когда мы делали этот сайт, мы решили сделать просто. Мы взяли 150 крупнейших сайтов в России, где есть вакансии, просто начали их собирать и удалять дубликаты и в удобном виде давать пользователям. И такая достаточно удобная бизнес-модель, но она пошла, и мы где-то сейчас входим в пятерку крупнейших по посещаемости сайтов в России. С 2 человек до практически 30, и выручка от 0 до 3 миллионов в месяц. Какие мы самые важные выводы сделали из всех своих ошибок? То, что, во-первых, ничего так просто не бывает. То, что не бывает так, что ты только купил проект, он сразу пошел. То есть реально им надо заниматься, надо стараться, и надо запустить 10 проектов, и только в лучшем случае у тебя один получится. То есть если там у тебя не получается, не надо думать, что ты ничего не имеешь, что ты лузер. Ну просто это такая жизнь. Выцелила только один из 10 проектов. И, как я уже говорил, я темой начал заниматься в 2008 году, и только вот первые результаты, которые прям можно было попасться, я получил только в 2016. То есть вот эти 8 лет ты живешь, ты работаешь, ты понимаешь, в конечном итоге ты молодец или нет, потому что у тебя никаких денег с этого не идет, ты просто вкладываешь и вкладываешь.